Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И огромное спасибо за поддержку. Так уж повелось, что многие люди склонны больше ко тьме, нежели к свету. Мало кто об этом задумывается, но это действительно так. И это проявляется в обычных, бытовых даже каких-то ситуациях. Например, когда вы что-то или кого-то ждете. Ждете, например, результатов своих экзаменов, переживаете. Ждете результаты своих анализов, переживаете. Или ждете какого-то человека, своего близкого, может быть, который должен приехать, а его все нет. И на звонки не отвечает. Непонятно, где он, что он. Конечно, тоже переживаете. Вот когда человек переживает, он погружается в негативные мысли. Но многие могут возразить, мол, как же не переживать о близких людях? Даже о себе самом, об экзамене или еще о чем-то. Но очень важно понимать, что переживание, это когда вы, например, о близком человеке, когда переживаете, вы в мыслях своих погружаете его в негативную ситуацию. В какую-то плохую, может быть, сложную, трудную ситуацию. И тем самым наполняете эту ситуацию своей энергией, то есть притягиваете ее. Люди могут предчувствовать. Например, когда уже что-то случилось дурное, или вот-вот может случиться. Часто люди это чувствуют. Но в любом случае нужно всегда и до конца быть на стороне света. До конца нужно быть уверенным, что все обойдется, что все будет благополучно и благоприятно. И вот в этом случае вы тогда ситуацию наполняете своей такой позитивной, чистой, светлой энергией. И она будет выруливаться в нужную сторону. Есть такой очень древний метод, надежный метод. Два очень сильных слова, которые помогут развернуть любую, самую негативную ситуацию в нужное русло. Когда, например, в голову лезут какие-то дурные, негативные мысли. О каком-то человеке переживаете, или вообще о какой-то ситуации. Не подавляйте эти мысли, не гоните их. А наоборот, трижды их прокрутите. Как вы это можете, самым негативным образом. А затем, словно перечеркнув их внутри себя, скажите: «Ведаю свет». И вот эта дурная ситуация, негативная ситуация, она уже не получит развития. Все будет выведено в благоприятное русло. Вот такой вот очень хороший и очень эффективный метод. Древний метод. Еще, друзья. Настоящий защитный амулет в виде клыка и замка изготавливается по всем шаманским традициям. Изготавливаю я лично. Этот амулет может служить надежным оберегом как для жилища, так и для автомобиля и для конкретного человека. Заказать и узнать все подробности можно по ссылке в описании к видео или в прикрепленном комментарии. Благодарю вас за внимание.